ask for a mighty blessing. Господь, во имя Иешуа просим о Твоих сильных благословениях. Мы нуждаемся в Тебе, приглашаем Тебя, Твое присутствие. Дух Святой, открывай наш разум, наши глаза. Wisdom, knowledge and understanding. Мудрость, понимание и знание. Lord God, penetrating insights today into Your Word. Господи, помоги нам вникнуть в Твое слово. Abba, Father, so we ask it in Yeshua's name. Отец, просим во имя Иешуа. Amen. Okay, now let's talk about. Let's go back to Bereishit just for a minute. Давайте вернемся к Бытию. Let's talk about how the book functions and the overall purpose of Scripture. Давайте посмотрим еще раз, как функционирует эта книга в, ну, в среде всего Писания. Obviously, it's book of beginnings. Очевидно, что это книга начала всего. Creation, the purpose of God expressed. Сотворение, цель Божья. Then we have a problem. А потом появляется проблема. God's not surprised, he's providing a solution to the problem of humanity. Он показывает свой выход из этой ситуации с человечеством. And that solution involves the calling of one man to become a nation. И этот выход выражается в одном человеке, которого избирает Бог, чтобы от него произвести народ. To fulfill the purposes of God for all the nations. Чтобы через это исполнилась цели Божьи ради всех народов. So the rest of the Bible talks about one nation. Итак, вся Библия говорит об одном народе. But not because God forgot all the other nations. Но не потому, что Бог забыл все остальные народы. He's working in this one nation. Но он творит в этом одном народе. Yes, for their purpose. Для их блага. But also for the purpose of all the nations. Но также ради других народов. But then we have this beginning of the book of Bereishit. In the beginning, God created. И в начале книги Бытия мы видим, что Бог сотворил. It was good, it was good, it was good. И все, что Он творил, было хорошо, хорошо и хорошо. It was very good. И было хорошо весьма. But then the last phrase in the book is a coffin in the land of Egypt. Но последнее как бы завершение этой книги говорит о том, что этот народ как бы находится в земле египетской. Now you have to think about the way the book ends. И подумайте над тем, как завершается книга. Okay. It began with great hope and it ends with death. Начинается с великой надежды и заканчивается смертью. There's a sense in which it ends with the death of a savior. There's a sense in which, kind of a way of looking at it, where it ends with the death of a savior. Но как бы в какой-то степени это образ того, что книга заканчивается смертью спасителя. Because Joseph says, God sent me here to save. Потому что Иосиф говорит, что Бог послал меня сюда, поставил меня здесь, чтобы спасти. Okay, but what's going to happen next? Но что происходит дальше? So then the next book we open up. Потом следующая книга. And then the name of this book is Shmot, means names. Names. Shmot, names. Следующая книга называется Шмот, имена. And it gives the names of the tribal fathers. И здесь мы видим имена этих отцов колен Израиля. Then Joseph died, verse 6, Joseph died all that generation. В шестом стихе говорится, что умер Иосиф и все братья его и весь род их. Then good stuff. The children of Israel are growing. They're becoming more numerous and they're becoming strong, powerful. Дальше мы видим хорошую сторону о том, что Израиль весьма размножился, и они стали сильным народом. But then problem. Но потом появляется проблема. Now, when you're reading the Bible, you need to read it as a book of faith. Когда читаем Библию, нам стоит ее читать как книгу веры. But you also need to understand it's literature. Но мы также должны понимать, что это литература.
It's written with a purpose. Написано она с определенной целью. And there are literary devices, literary methods that are used in the development of ideas. И как в любой литературе здесь присутствуют разные приемы и методы, чтобы воплотить основную идею. So verses 7 and 8 are contrast. И вот 7 и 8 стихи это как бы такой контраст. Verse 7, whoa, this is all good stuff. А в 7 стихе написано, что происходят невероятные и замечательные вещи. Verse 8, but it's not all going to be good for long. Но в 8 стихе говорится, что но не все будет так гладко. Okay. There arose a new king who didn't remember Joseph. Появился новый фараон, который не знал Иосифа. Now, remember yesterday I mentioned the Hyksos? Помните, я вчера упоминал такой термин, как Hyksos? A foreign group that was ruling Egypt. Но это как бы иностранцы, которые правили Египтом. Uno moment. Кексы. Ну да, мы кексы вчера называли, чтобы понятнее было. Okay, I don't want to get a dry throat here. Okay. Now, the Hyksos were the Egyptians later threw the Hyksos out of the land. The Hyksos were thrown out of the land. Потом, the Egyptians took power back. Потом эти Гиксосы их выслали из страны, и египтяне снова стали править. So the native peoples were in control again. То есть народ, египетский народ снова был у власти. Now, Joseph represented, in a sense, a foreign power. Итак, то есть мы понимаем, что Иосиф, он представлял как раз вот эту вот иностранную власть, скажем so так. So all of a sudden, the descendants of Joseph, they're just foreigners. И вдруг в какой-то момент потомки Иосифа становятся просто обычными иностранцами в Египте. Not part of the power structure anymore. Они больше не являются частью власти в Египте. Now, if you think about this, this is like Jewish history for the last couple thousands of years. И если мы задумаемся над этим, то это все равно, что но это тоже повторение как бы истории Израиля и евреев на протяжении последних тысяч лет. When Jews live in a foreign land, ну да, когда вот евреи опять же находились в рассеянии. One king thinks that he can use the Jews and he's favorable toward them. И если какой-то царь или король там решал, что он может использовать евреев, ну, в каких-то своих целях, то он был как бы расположен к ним. Another king comes into power. А следующий царь мог прийти, который, ну, к власти. He has his own problems. Со своими как бы проблемами. So he's going to start putting pressure on the Jews. И он начинал всячески гнать евреев. So that's the way it works. Вот как, в принципе, это все выглядело. So he began to oppress the people. И так он начал преследовать народ. So they say, listen, there's so many of them. И он сказал, что, ну, послушайте, их так много. We're worried. Мы переживаем по этому поводу. Let's suppose somebody wants to invade us. Предположим, что кто-то хочет на нас напасть. Maybe they'll help them. А вдруг они возьмут и станут их союзниками, евреи в смысле. So let's organize them to do work for us. Давайте, значит, организуем их для работ на нас. And they built two cities, Pithom and Ramses. И они евреи построили фараону два города, Пифом и Рамсес. Which means probably they were probably the name of the pharaoh during this time was Ramses. И, ну, как бы теоретически, имя фараона в то время как раз было Рамсес. Now, there were several pharaohs by that name. Было несколько фараонов, носящих это имя. But verse 12, it says, the more that they afflicted them, the more they multiplied. Но в 12 стихе мы видим, что написано, чем более изнуряли его, тем более он умножался, тем более возрастал. Now,
What happens if you are, you know, putting pressure on somebody? Что происходит, если вы начинаете на кого-то давить, оказывать давление? The more pressure you put on them, the stronger they get. Чем больше оказываем давление на кого-то, тем сильнее они становятся. It's going to make you more scared of them. И тем больше боимся этого человека. And it's just very human that you're then, out of your fear, you're going to try to be more oppressive. И, но это как бы очень так по-человечески, что чем больше боишься человека, тем больше пытаешься на него давить. See, here's the problem psychologically. А здесь такая психологическая проблема. When you're controlling someone, когда пытаемся контролировать кого-то, you're trying to put him in fear. Пытаемся заставить бояться этого человека. But it also puts you in fear. Но это также заставляет нас самих бояться. Because psychologically you know it's the wrong thing to do. Потому что психологически знаем, что это неправильная вещь. And so you become scared of them. И начинаем бояться этих людей. So that's what happened. Вот что происходит. So they got so scared. И они настолько начали бояться. They thought they should exercise population control. Что решили, что им нужно контролировать и демографическую ситуацию. We'll kill all the baby boys. Решили убивать всех новорожденных мальчиков. Now, if that was successful, если бы это удалось, within about two generations, ну, в течение хотя бы двух поколений, there'd only be women, they would intermarry, and there'd be no more problem. В течение двух поколений были бы только одни женщины, и они бы ассимилировались с местным населением, и уже не было бы никакой проблемы. Understand? Понимаете? That's the plan. Ну, был такой план. It's a way of wiping out the Jewish people. Это один из способов как бы стирания еврейского народа. Here's the problem. Anybody that wants to wipe out the Jewish people, но есть такая проблемка небольшая, что тот, кто хочет уничтожить еврейский народ, не понимает, что Бог заключил завет с еврейским народом. И Бог следит за тем, чтобы этот завет исполнялся. So, the king of Egypt spoke to the Hebrew midwives and said, kill the boys. И так фараон разговаривал с повивальными бабками, чтобы они там поубивали мальчиков новорожденных. But the midwives feared God more than they feared Pharaoh. Но те боялись больше Бога, чем фараон. So the Pharaoh called them in and said, "Why haven't you obeyed me?" И фараон их снова призвал и сказал, почему вы меня не послушались. So they had an excuse. You know? Но у них было объяснение на это. Oh, listen, it's not so easy. Они сказали, ну слушай, не так все просто. The Hebrew women give birth quickly. Еврейские женщины быстро рожают. You know, they have their own midwives. It's hard to control this. Ну и очень тяжело это контролировать. So, now, so Pharaoh commanded his own people. Итак, фараон издал указ своим людям. Every son throw into the river. Чтобы выбрасывать всех мальчиков в реку. Now, just imagine this for a minute. Представьте себе. Here you are, you're already being oppressed. На вас и так оказывает давление. Now, every pregnant woman has to hope she's going to have a girl. А теперь каждая еще женщина беременная должна надеяться на то, что у нее родится не сын, а дочь. Because if she has a boy, dead. Потому что если родит сына, то он все равно умрет. Think of the psychological oppression involved in that. Представьте себе, подумайте вообще, какое сильное здесь психологическое давление. So that sets us up for the next story. И это приводит нас дальше к следующей истории. Here's the deal. You have the negative, but then God's solution. Снова есть как бы негативный момент, но есть решение от Бога. That's what we saw throughout the whole book of Bereishit, correct? Вот что это мы видели на протяжении всей книги Бытия. Okay. So here we are again. Вот снова. A man of the house of Levi married a daughter of Levi. Некто из племени Левиана пошел и взял себе жену из того же племени. So they hid this boy 3 months.
И они прятали ребенка 3 месяца. Well, eventually he's going to get too big to hide. Ну, возможно, он уже настолько как бы подрос за 3 месяца, что уже тяжело было прятать. So she makes a little boat for him. И ну, женщина делает для него лодку небольшую. And then puts it, you know, by the side of the river where the reeds and things are growing. И ставит в тростнике у берега реки. In other words, it's not just going to float away. Ну, то есть другими словами, что не снесет течение. Then the little baby sister watches to see what's going to happen. А сестра этого ребенка смотрит, что же произойдет. So the daughter of Pharaoh comes down to bathe. И дочь фараона приходит, чтобы купаться в реке. And when they open up this little boat, there's a baby. И открывает эту корзинку, а там ребенок. And it, you know, there's a rabbinic story. Есть такая раввинистическая история по этому поводу. You know, that God reached down and pinched the baby. Что Бог пришел, чтобы пощекотать ребенка. Made him cry, so the Pharaoh's daughter would have compassion. Ну, то и заставил его плакать, чтобы у дочери фараона возникло сострадание. So she did. She said she wanted to keep the baby. Ну, и так оно и получилось. Она сказала, что она хочет сохранить жизнь ребенку и взять его себе. So, Miriam, Moses' sister, says, oh, if you want to keep the baby, I can go find one of the Hebrew women. И Мириам, сестра этого ребенка, пошла и сказала, что если ты хочешь сохранить ребенка, я могу позвать кормилицу для него. Now, I've used the term Jew a couple of times. Несколько раз я использовал термин еврей. But being a Jew or Jewish is not a term for another 1,000 years. Not a term that was used for almost 1,000 years. Но как бы этот термин еще не использовался на протяжении 1000 лет до того. They're still called Hebrews. How to translate that? Because we have the same meaning. Ah. Well, just don't translate it. Just transliterate it. No. Ну нет, это не иудей, потому что, ну да, то есть это, ну можно сказать, что называлось, ну короче, он попросил, чтобы я просто, а? Нет, ну короче, скажу так, по-английски, Ehudim. Да, ну Ehudim, короче, назывались. Ehudim. Okay. So the Pharaoh's daughter says, "Okay, go." И дочь фараона говорит, хорошо, иди позови. So Miriam finds her mother, who's the mother of Moses. И Мириам идет к матери Моисея. Pharaoh's daughter gives the baby to Moses' mother to nurse. И дочь фараона отдает ребенка его матери, чтобы она его воспитала. Later, when the child could be weaned from nursing. И когда уже ребенок не нуждался больше в вскармливании, she took him back to Pharaoh's daughter, дочь фараона забрала его к себе, named him Moshe, и назвала его Моше, which has to do with an Egyptian word that means to bring out of the water, которая перекликается с египетским словом, которое означает взятый из воды. Now, did Pharaoh's daughter know what was going on here? Но как вы думаете, дочь фараона знала вообще, что происходит? Yeah, most likely. Ну так, примерно. I mean, yeah, presumably she wasn't completely stupid. Ну, теоретически можем предположить, что она не была такой дурной, чтобы не понимать, что происходит. But she's going along. She's going along with it. Но как бы она. She knows who the real mother is. Несмотря на это, продолжала, хотя знала, продолжала воспитывать, хотя знала, кто настоящая мать этого ребенка. But it doesn't matter because she knows she's going to raise the child. Но для нее это не имело такого большого значения, потому что была уверена, что она будет воспитывать. So, years later, годы спустя, it says, when Moses was grown, verse 11, he went to see his brethren and look at their burdens. Написано в 11 стихе, что спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим и увидел тяжкие работы их. Now this is a very significant verse. Очень такой знаменательный стих.
Again, there are a lot of things here that are types, archetypes. Здесь снова есть в этом стихе очень много типов, архетипов. So many times in Jewish history. Много раз в истории евреев. There were Jews who were very important in the non-Jewish world. Были евреи, которые были очень важны для нееврейского мира, играли большую роль там. They might know that they were Jews. Они явно они знали, что они, возможно, они знали, что они евреи. But they could choose personal safety. Но они выбирали свою личную безопасность. By not identifying with their brethren. И при этом как бы отделяли себя от остальной части своего народа. 2 months ago we had the festival of Purim. Два месяца тому назад был Пурим. So here is Esther. Her identity is hidden. И вот, ну, мы видели в этом, помните, есть Эсфирь, okay, которая отделена от своего народа. Ее личность как еврейки, она ее спрятала. She had a choice. У нее был выбор. Identify with her people. Быть принадлежной к своему народу. Which meant to take a big risk. Что означало находиться в большом риске. Or she could have just stayed and comfortable in the palace. Но могла просто дальше продолжать оставаться в покое и комфорте во дворце. So when it says that Moses went out to look at the burdens of his people. И то есть когда написано, что Моисей вышел посмотреть на тяжкие работы своего народа. This is the turning point. Это как бы поворотный такой момент. You understand? Понимаете? So in other words, Moses, he went out to look. So he already knows he's a Jew. То есть это не просто. Or a Hebrew. Thank you. Okay. Well, just use the same term. He knows he's a Jew. I'll just say that. Другими словами, он не просто вышел прогуляться там посмотреть, а он вышел с пониманием, что он еврей. Okay. How did he know? И еврей. How did he know? Как он это знал? The Pharaoh's daughter told him. Скорее всего, что дочь фараона ему рассказала. Okay. So at some point she told him the truth. То есть в какой-то степени можно сказать, что она рассказала ему правду. That he was adopted, but that he was born Jewish. Что он был усыновлен, но рожден он был евреем. Now how many weeks or months or years did it take for Moses to for that to sink into Moses, into his mind? Представьте себе, сколько вообще дней, недель, месяцев и лет прошло, чтобы Моисей действительно принял это в свое сердце, чтобы он это осознал. Until that one day it had built up so much in him that he had to go out to see them. Чтобы в определенный день, в определенный момент это настолько укрепило его и его это осознание, что он вышел к своему народу. Now, we don't know exactly how it worked. Ну, мы точно не знаем, как все это происходило. But we know that it took a lot for this to happen. Но мы можем сказать, что прошло немало времени, чтобы такая вещь произошла. Okay. So he saw an Egyptian beating a Hebrew. И он увидел, как египтянин бьет одного еврея. So he looked this way, that way, nobody around. Он посмотрел налево, направо, понял, что никого вокруг. At least he thought there was nobody around. Ну, вообще-то он подумал, что никого не было. He killed the Egyptian and buried him. Убил египтянина и скрыл его. Now he thought everything was okay. Он думал, что все в порядке. But look at what had happened in the heart and mind of Moses. Но посмотрите вообще, что произошло в сердце и в разуме Моисея. That he leaves a very nice life. Он живет замечательнейшей жизнью. And look at the anger that came up in him. И посмотрите, какая злость возникла в нем. To bring about this action. Чтобы он поступил вот так. Amazing. Amazing. Psychological story.
Ну, поразительная такая психологическая история. Okay. Now the next day he goes out. И на следующий день он выходит снова. Two Hebrews were fighting. Двое евреев ссорятся. And he said to the one who was in the wrong, "What are you doing?" И одному он обратился к тому, кто был неправ, и сказал: "Зачем ты бьешь ближнего твоего?" Now notice this phrase: "Who made you a prince and a judge over us?" Обратите внимание на этот ответ. Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Because Moses is a type of the ultimate Messiah to come. Потому что, ну, видим, что в Моисее это такой, как бы, полный образ Машиаха, который потом придет. Moses becomes a savior. Моисей тоже становится таким спасителем. So anybody in the Tanakh that has a saving role, все, кто носили такую роль спасителя в Танахе, helps establish a pattern that the Messiah will completely and perfectly fulfill. Они, как бы, эти герои, они устанавливали такую модель, которую Иешуа воплотил полностью и совершенно. So, 1500 years later, the rulers in Jerusalem say to Yeshua, you know, "Who made you the leader?" И через 1500 лет лидеры, религиозные лидеры спросили Иешуа, кто поставил тебя лидером. So anyway, now that man says to Moses, "Are you going to kill me like you killed the Egyptian?" И этот еврей обращается к Моисею и говорит, что ты хочешь убить меня точно так же, как и убил этого египтянина. Now look at what's happening. Посмотрите, что происходит. Okay. See, Moses goes out, and there's a sense in which he is offering himself to help the people. Тут такая ситуация, как бы образ такой, что Моисей выходит снова к своему народу, и в какой-то степени он предлагает себя как личность, которая может спасти народ. It's not, he didn't go to the leadership and say, "I have an important position, I can help you." Он не пошел к старейшинам израильским и не сказал: "Слушайте, вот у меня тут очень важный такой пост в Египте, я могу вам помочь." But it's in his mind to go out and help the people. Но это в его сердце и в его мыслях, чтобы выйти, пойти и помочь его народу. But now, what happens? Now he's in fear for his life. Но теперь что происходит? Он теперь опасается за свою жизнь. So Moses has to flee. И так Моисею нужно бежать. So he goes to the land of Midian and he sits down by a well. И он убегает в землю Мадиамскую и садится возле колодца. Now from the pattern that we saw in the book of Genesis, what's going to happen at that well? И по примеру того, что мы читали в книге «Бытие», что может произойти возле колодца? Да, он должен встретить свою жену. So, guys, here's how it works. Так, ребята, парни, вот как это работает. Okay. Gotta go hang out by the well. Надо пойти кого-то найти возле колодца. Now, what's the modern interpretation of that? А какая же современная интерпретация этой ситуации? In the secular world. В, как бы, ну, в, мир, в нашем мире окружающем. You go hang out at the bar. А, пойдите в бар и там кого-то себе найдите. So religious people need another way to do this. Ну, то есть религиозным людям нужно как-то найти какой-то другой способ. Не в бар пойти, а то есть найти какое-то другое место встречи. So anyway, okay, so. So the daughters of the priest of Midian came out to draw water for their flocks. Мы видим, как дочери священника Мадиамского пришли к колодцу начерпать воды. So then the male shepherds came and drove them away. А потом пришли пастухи и отогнали их. The male shepherds didn't know what they were missing. Но эти пастухи не знали, с кем они имеют дело. Anyway, so Moses stood up to help them. Итак, Моисей встал и помог им.
защитил. Now think of this: one man against more than one. Представьте себе один против более чем одного. And yet, they, you know, Moses chased them away. И, ну, мы знаем, что Моисей их отогнал. Okay. So presumably Moses learned how to fight. То есть предположительно Моисей знал, как драться. Now today we would say that Moses, you know, learned Israeli Krav Maga. Ну, там, сегодня мы бы могли сказать, что Моисей выучил там одно из израильских боевых искусств. Y'all know what Krav Maga is? Знаете, что такое Krav Maga? Israeli self-defense. Ну, это израильская самозащита. So I'm learning a little bit. Я чуть-чуть изучаю. Can now, you show us? Now all I know is enough to be dangerous to myself. Ну, то, что я знаю, это в первую очередь я опасен теперь сам для себя. Okay. Anyway, so then they go back to their father. И потом эти дочери вернулись к своему отцу. And their father says, "How did you get back so soon?" А он спросил их, как это вы так быстро вернулись? Now, why did he ask that question? Why did he ask that question? Почему он спросил? It means that coming back at that time of the day was out of the ordinary. То есть значило, здесь такой смысл, что возвращение именно в этот период дня было, ну, как бы необычным, неестественным, да, для того времени. Why was it out of the ordinary? Почему? Evidently, every day the other shepherds fed their own or watered their own flocks before the women could do it. То есть другими словами, можем предположить, что до этого все предыдущие дни просто пастухи постоянно сначала поили свои стада и отгоняли их, а потом уже эти женщины набирали воды. So what did the daughters say? И что сказали дочери? An Egyptian helped us. Египтянин защитил нас. Okay. Got it? Понимаете? They don't know the difference between Hebrews and Egyptians. Они не понимали разницы между евреем и египтянином. If Egyptians and Hebrews looked different, если евреи и египтяне выглядели по-разному, dressed differently, одевались по-разному, maybe more clean-shaven, not bearded, может быть, одни были выбриты, другие носили бороды. Moses looked like an Egyptian. Но Моисей выглядел как египтянин. Okay. So the father says, and you just let him stay out there? Why didn't you invite him into the house? И отец спросил: вы что, оставили его так вот там? Чего вы не пригласили его домой? So Moses lived with a man and married Zipporah, his daughter. И Моисей остался там жить и взял себе в жены Сифору. And his first son he named Gershom. И первый его сын, который появился у Моисея, назвал Герсам. Ger means stranger, and Sham means there. Ger значит странник, а Шам это там. So a stranger there, in a foreign place. То есть пришелец в чужой земле. Now, verse 23, the king of Egypt died. 23 стих говорит нам о том, что царь египетский умер. And then it says the children of Israel groaned and they cried out. И дальше говорится о том, что сыны Израилевы еще больше размножились, но они стенали от и вопили от работ. When they cried out, what happened? Their cry went up to God. И когда они вот стенали, то их стоны дошли до Бога. God heard, he remembered the covenant. Бог услышал, вспомнил завет. He looked upon the children of Israel and acknowledged them, it says. Acknowledged. He knew them. Yeah, we have different translations. Okay, vayeda in Hebrew, it's new. И в, ну вот, в оригинале написано в 25 стихе, что он увидел сынов Израилевых и как бы узнал их. Now, think about this scenario for a minute. Представьте себе вообще вот это вот сценарий, события вот эти вот. Why did the people not cry out earlier? Почему люди до этого не плакали, не вопили? Because we'll find out in a couple of minutes that Moses is 80 years old now.
Ну, через несколько минут дойдем до того момента, когда увидим, что к этому времени Моисей уже было 80. And he was 40 years old when he left Egypt. А в 40 он покинул Египет. So, 80 years before this time, то есть 80 лет до того, there was oppression on the Jewish people. Все так же было давление на евреев. Their sons, baby boys, were being murdered. Их сыновей убивали. Why didn't they cry out to God then? Почему они тогда не кричали к Богу? Why didn't they cry out to God 5 years later, 10 years later, 40 years later? Почему не и даже не через 5, не через 10, и даже не через 40 лет? Why now? Почему именно вот сейчас? Well, there are at least a couple of reasons. Есть предположительно несколько причин. One reason is that God had told Abraham that he was his descendants would go down into Egypt for, you know, like 400 or so years. Одна из причин была заключалась в том, что Бог сказал Аврааму, что его потомки будут находиться в Египте более 400 лет. He said because the iniquity of the Amorites is not yet full. Потому что грехи амореев еще не не настолько как бы сильны. So one reason is it's just the timing of God, the big plan. То есть одна из причин, другими словами, это временные сроки, которые установил Господь. But psychologically, there's another thing going on. Но психологически происходит несколько другая вещь. Some people won't pray until things get to like the worst possible point. Некоторые люди просто не начинают молиться до того момента, когда вещи уже становятся хуже некуда. Right? You all know people that won't begin to ask for help until it's almost too late. Вы, наверное, знаете таких людей, которые не просят о помощи до того момента, когда уже практически слишком поздно. Okay. So, now that introduces us to the next part of the story. То есть это приводит нас к следующей части истории. Moses is taking care of the flock. Моисей был пастухом. It says on the back side of the desert, and he came to the mountain of God. На одной стороне пустыни и проходил мимо горы Божьей. Now, 40 years after Moses left Egypt. Это было через 40 лет после того, как он сбежал из Египта. Moses is married, he has kids, he's got a job. Он женат, у него есть дети, работа. He's comfortable. Ну, у него все хорошо. But God broke in. Но тут вмешивается Бог. He sees a bush on fire. Он видит куст, который в огне. It's on fire, but it's not burning up. Он в огне, но он не сгорает. Now a bush on fire was not a sign. И вот этот не сгорающий куст, он не был знамением. But a bush on fire that didn't burn up, that's a sign. Куст, который не сгорал, вот это было знак. So he went over to take a look. И он подошел посмотреть. And the bush spoke to him. И куст с ним заговорил. Моше, Моше. Моше, Моше. He says, "Here I am." А он ответил, вот я. He says, "Take your sandals off, take your shoes off, because this is holy ground." И сказано в пятом стихе, Бог сказал, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Now, God spoke to him. Бог проговорил Моисею. But he did not just say, I am God. Но он не просто сказал, слушай, я Бог. He said, I am the God of your father, the God of Abraham and Isaac and Jacob. Он сказал, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Ицхака и Якова. Now, what does that mean? Что это значит? Okay. Means I'm the God of your people. Это значит, что он, другими словами, Господь ему сказал, я Бог твоего народа. Moses had probably almost forgotten about his people. Возможно, Моисей к тому времени уже практически забыл о своем народе. He certainly never thought that he would have anything to do with them again. Возможно, он даже думал так, что больше ему не придется иметь ничего общего со своим народом. But
God shows up and reminds Moses that he's still part of those people. Но Господь является и напоминает Моисею, что он все еще часть своего народа. So Moses hid his face. He was afraid to look at God. И Моисей спрятал свое лицо, потому что боялся смотреть на Бога. Now it says, and the Lord said, I've seen the oppression of my people. I've heard their cry, and I've come down to deliver them. И Господь сказал, что вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне, и я выведу их. Now notice what is not said right now. И заметьте, что здесь не сказано в этот момент. Moses does not say, well, where were you 40 years ago? Моисей не спрашивает, где ты был 40 лет назад. He doesn't say, why didn't you help me then? Он не спрашивает, почему ты мне не помог тогда. Now there's a powerful psychological thing going on here. Здесь происходит тоже очень такая сильная психологическая вещь. Which I want to come back to in a few minutes. К которой мы вернемся через несколько минут. So God says, I'm going to send you. И так Бог говорит, что я пошлю тебя. So Moses says, first of all, who am I? А Моисей говорит, в первую очередь, кто я такой? I'm just a shepherd. No one knows me. Я просто пастух, никто меня не знает. But God says, I will be with you. Но Бог говорит, я буду с тобой. 12 стих. So it doesn't matter who you are, if God says to go, and he says he's with you. Неважно, кто ты, когда Бог говорит, что он тебя куда-то посылает, значит, он будет с тобой. Then the only question is, okay, what should I do and how will it work? И тогда остается один вопрос, как бы, что мне делать и как все это произойдет? Says you're going to go in and speak to the people. Бог говорит, что ты пойдешь и будешь говорить с народом. So then Moses says, okay, so I'll go in. I'm going to speak to the people. Моисей говорит, хорошо, я пойду, буду говорить с народом. And what if they say to me, who spoke to you? What's his name? А что если они скажут, слушай, а кто вообще с тобой говорил, как его зовут? In other words, it's kind of like, excuse me, but I don't think we've been properly introduced. То есть другими словами ему скажут, слушай, конечно, извини, но нас, кажется, еще не представили. You know my name, I don't know yours. Ну, Моисей обращается к Богу и говорит, слушай, ты знаешь мое имя, но я не знаю, как тебя зовут. So in the Hebrew it says, God says to Moses, Yehye Asher Yehye. Just say that. Exactly like that. God said, Yehye Asher Yehye. Let me just say that God says and you repeat. Okay. На иврите Бог сказал вот так. Yehye Asher Yehye. Okay. I will be what I will be. То есть другими словами, я буду тем или я буду действовать так, как я буду действовать. What does that mean? Что это значит? Most people look at this and say, here's what it means. Некоторые люди говорят так. God is the one, the self-existent one. Бог тот, кто сам в себе сущий, да? He has life in himself. У него он имеет жизнь сам в себе. Okay. He is what he is. Он то, что он есть. All right. Тот, кто он есть. He's God. Он Бог. Right. Now. But then he says, Yehye Asher Yehye. И потом он говорит вот это. Tell them Yehye sent you. Он сказал, Моисей, скажи им, repeat that, please. Okay. Tell the people Yehye sent you. Скажи вот людям вот это. So first, Yehye is mentioned twice, and then tell the people, and just use the name once. То есть первый раз, когда Бог говорит Моисею, то, что он должен сказать, вот это Yehye, он два раза говорится, а во второй раз, когда объясняет Моисею, что ему нужно сделать, он только один раз это повторяет. Now, there's a little rabbinic story there. Есть опять же раввинистическая история по этому поводу. That God, Yehye, the first one is the past. The second use, first use of Yehye was the past. Первое упоминание вот это вот Yehye это о прошлом, а второе о будущем.
But when Moses saw the future and the troubles of the Jewish people, но когда Моисей увидел будущее и проблемы из евреев, he said, "How can I tell them that?" Он сказал: "Послушай, но как я им это объясню?" So God only used it once, so that to not tell them any bad news. И поэтому Бог сказал во второй раз, как бы используя вот это один раз ие, чтобы они не знали будущего, а просто знали то, что было. The last verse that we'll look at right now. И последний стих, который сейчас рассмотрим. Verse 15, chapter 3. Третья глава. Tell the children of Israel, the Lord God of your fathers has sent me to you. This is my name forever. Здесь написано: так скажи сынам Израилевым, Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род. Says, this is my name forever. Здесь написано, что это мое имя навеки. Okay. Now, this is the Yud-Heh-Vav-Heh. Это Yud-Heh-Vav-Heh. Вот. Да. Okay. Нет. This is the name that religious Jews won't say. Это то, что религиозные евреи обычно не произносят. Now the custom of not saying the name came much, much, much later. И вот этот вот обычай не произносить вот этого имени Бога, он появился уже намного позже. But there's an interesting little thing in the Hebrew here. И есть интересный такой момент в иврите здесь. When it says forever in the Hebrew, it's leolam. Когда говорится навеки, то на иврите это leolam. Olam usually has a vav. Olam в слове olam буква vav. But it's not you. There's no vav in right here. Но в этом слове нет буквы vav. So the rabbi said it's hidden. И раввины говорят, что эта буква спрятана. Like the pronunciation of the name should be hidden. Так как, и точно так же должно быть спрятано произнесение вот этого имени. And we use another pronunciation. И поэтому используется другое произношение. So, this is like a lot of rabbinic stories. По этому поводу вообще есть много раввинистических историй. First, the custom comes. Сначала появляется обычай. And then we go back to the scripture to find some, reason for it. А потом начинаются поиски в писаниях, как можно этот обычай объяснить. But it's very interesting anyway. Но это все равно очень okay. интересно. Break time. 10 minutes.